Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Ага, мы с тобой вот здесь, на второй миссии. И против нас самурай, всадник на журавле. И плюс еще к тому же терракотовый воин. Слушай, я думаю, что вот этим отрядом мы, в принципе, можем, да, справиться. Единственное, кто меня здесь смущает, это всадник на журавле. Надежда только на наших тыквоголовых. Ну что, давай попробуем. У нас, кстати, еще здесь есть грифа. Мы его взяли именно в этот отряд для прокачки. Посмотрим, как у нас тут пойдут дела. Я так понимаю, он сейчас вызовет своего самурая. Или не будет вызывать. Тогда я тоже таракошу возьму. Да призову. Погнали. Раз. Оу, йоу. Тихо, блин. Так, срочно. Давай. Естественно, ребят, тут всадник на журавле. Других даже и разговоров быть не может. Слушай, подожди секунду, что нам нужно? Нам нужен грифон, елки-палки. Что нам нужно, еще спрашиваю я. Так. Допустим, друзья мои, допустим. Еще давай вызовем. Да блин, я не могу, ребят, пробить. Понимаешь, они бьют в таракош, а мне нужно, чтобы они били во всадника. Ну-ка, грифа, давай, выручай. Фига тут заваруха пошла у нас. Ты посмотри. Ё-моё, неужели я выкрутился из этой ситуации дурацкой? Это, конечно, было трешово. Это было очень трешово. Будем честны. Так, у нас с тобой сколько минут? Так, минута осталась у нас времени. Окей. Давай, двигаемся. Выдвигаемся с вами. Слушай, авось нам повезет здесь, а? Да, 100% везуха на нашей стороне, ребят, сегодня. Да, раскромсали, но было напряжно, согласись. Когда я увидел, что эти всадники не подвергаются атаке тыквоголовыми, я уже все думал, ребята, сфейлились. Но все-таки повезло, выкрутились мы. Так, ну что, ребята, о, Вуджин, слушай-ка. Слушай, нам здесь, знаешь, что нужно с тобой делать? Блин, я даже не знаю, что нам нужно с тобой здесь делать. По идее, мне нужна вот эта вот команда. Ну вот как я Вуджина, ребята, буду контрить? Вот объясни мне. А? Как? Его нужно перепрыгивать. У меня нету ни хищница здесь, ни бродяги. Давай попробуем вот этим отрядом, но мне кажется, что шансов здесь на победу минимум. Я не знаю, как нам нужно здесь бустануться, ускориться, чтобы... Ну, тут расстояние, слава богу, небольшое, и должны хоть как-нибудь мы с тобой все-таки его держать под контролем, этого Вуджена. Танков здесь тоже особо сильных нет, вот единственное, что вот этот, если будет впадать в истерику, да, это будет труба. Так, смотрим. Окей. БФГшка здесь может нам помочь, потому что она стреляет. А вот если Терракоша идет, а сзади него, извинения, будет выходить. А он вышел уже, понимаешь? Он уже вышел. И вот сейчас будет жесть. Вот сейчас, вот именно это, ребята, я ненавижу в этом Вуджене. Давай. Пропечатывайте. Нахлобучили этого Вуджена, все-таки успели мы. Но опять же он вышел. Посмотри, а. Тут, конечно, нам нужны танки. И как можно больше, ребят. Я, наверное, сейчас... Ну-ка. Оглушат, не оглушат? Да, блин, он еще и в истерику впал. Да вы специально, что ли, так делаете, блин? Трындец просто. Он еще, видишь, отталкивает моих юнитов вот своим этим вот... Я даже не знаю, как назвать-то. Просто беспонтово как-то все получается. Я не могу пробить, друзья мои, я не могу пробить. Мне только здесь молния, если поможет. Это если поможет. Но она мне не помогает здесь. Зашибись он, конечно, придумал. За таракош спрятал этих. За таракошами он спрятал вот Вудженов. И все. И я не могу ничего здесь сделать. Понимаешь? Вообще ничего не могу сделать, блин.
Да я и по времени уже не успеваю, ребят. Гаденыш, да выпендривается. Все, ребят, он меня разозлил. Да, они там втроем. Они сейчас меня тут расхлобучат. Я здесь уже ничего не сделаю. Была бы еще баллиста, но она, опять же, пока бы дошла, ребята, нас бы тут уже завалили бы. Да что я тут мучаюсь, блин? Пускай уже, я не знаю, или уничтожает нас, или что тут? Тут бесполезно просто уже. Мне их не пробить. Пускай уничтожает замок. Я просто знаю, что сейчас им хана будет, ребят. Все, вот сейчас будет им крышка. Пускай запомнит это мгновение свое победное. Все, сейчас будем вызывать с тобой имбу. Достали они меня. Просто в корень, блин. Где мои ребята? Не, можно, конечно, взять и вот эту вот, потому что здесь есть шанс, что циркулярка вылетит. Давай возьмем этот отряд. Циркуляркочка должна его, ребята, валить. Этого Вуджена. И к тому же ты не забывай, что у нас здесь есть всадник на журавле. То есть Вуджен ничего сделать не сможет. Так что все у нас будет под контролем. Я тебе так скажу. Давай, поехали. Если он надеется на что-то здесь более такое улучшенное и хорошее, ничего не поможет ему. Все, сейчас всаднички мои пойдут. Буду здесь уничтожать всех налево и направо. Никто им тут ничего не поможет. У нас есть еще к тому же притягивание к себе. Так что все будет четенько. У нас есть друидушка. Ну и что ты там встал? Думаешь, я до тебя не доберусь? Угу. Вот, все. Вот и все. Так, еще одного всадничка вызовем с тобой, конечно же. Давай, 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 ребятулечки, работаем. Вот эта вот истерика меня бесит. Вызываем опять молотильщика. Так, сейчас появится Вуджен, мы его опять подтянем к себе, да? Иди сюда. А у меня уже друидка вышла, так что я вообще в куражах, ребята, в полных. Погнали. Ну все. Я тебе говорил, чтобы он запомнил тот момент победы. Я надеюсь, он его запомнил. Распетрушили бы, короче, здесь замок с полтычка. Тем более команда. Вот эта команда вообще имба против вудженов там всяких. Этих охламонов. Ну что, и даже вот здесь вот черепаха тортила нам вообще здесь не в указ. Мы ее снесем. С полтычка. Ну-ка. У нас тут и щитобот есть. В общем, мы тут вообще с тобой конкретно усилены. Ну да, да. Вышел терракоша. Бумс. С удара наказывает. Ну, ага. Черепаха. А ну-ка, черепаха, иди-ка сюда. В плане, мы до нее не достаем, что ли, я не пойму. А у них тоже всадник на журавле есть, оказывается. Это посмотри. Тоже он думает, что он меня сможет таким способом пробить. Нет, парень, не сможешь ты меня пробить. А вдруг сможет? Нет, не должен. Сейчас, ребята, у меня вот тут вот, видишь, идет паладин. Сейчас он будет нахлобучивать здесь всех налево и направо. Ну, паладиныч. Давай. Свой супер удар. Молнию такую. Тыдыч. И все, и сдулся. Всадник на журавле. А мы уже вовсю колбасим замок вражеский. Сейчас еще немножечко и все. Ну давай, давай, ускоряшка. Она даже нам и не понадобилась. Ну, прикольно, что я могу сказать. Мы с тобой двигаемся дальше. Так, а здесь у нас Вуджен, да? Ну и богиня солнца. Давай посмотрим, кто кого. Богиня солнца или моя все-таки друидка здесь разрулит эту ситуацию. Слушай, а что я сделал, ребята? Мы же обычно с вами против боссов выбираем имбу. Почему я так сделал, скажи-ка мне на милость.
Чё-то я сам даже не понял, зачем я это все сделал. Ладно, вызываем с тобой нашего рыцаря, паладина. Там уже Вуджена я слышу, да? Хыкает он мне там. Не надо только истерики. Конечно. Он без истерики не может. Она нытик. Понимаешь, самурай нытик. Так, ладно. Упс, и нет Вуджена. Так, я хочу просто призвать друидку. Все, ребят. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, не надо, не надо вот этого вот. Это излишество. Блин, что у нас тут, интересно, получится? Кто кого? Мы или нас? Пока я вижу, что мы, ребят, тут проигрываем. Причем конкретно. Причем конкретно. Если тотемы, конечно, от друидки, они могут нам помочь. Тотем уничтожает. Вот этот красный, он убивает всех. Поэтому мы здесь выиграли. Без какой-либо имбы. То есть нам не надо было имбовую команду брать. Мы здесь сами разрулили. Но я тебе скажу следующее. Друидка сама по себе имба. Угу, если ты еще не знал этого. Она одна стоит тут много чего. И мы с тобой победили. Ну что, забираем наши заслуженные награды. Идем сюда в боевочку. Забираем сундук нефритовой империи. И... так, вот он, этот копейщик, который мне нужен, на которого я коплю. Ну что, друзья мои, долина захватчиков у нас, да? И здесь я, наверное, возьму тут пришелец и... тут пришелец и жаба с молотом, да? Я думаю, что здесь никаких проблем тоже не должно у нас возникнуть. В принципе, ну, жаба, если пойдет, да, мы сможем... а что мы сможем? Вызвать самурая. Тут главное, чтобы этот пришелец не перехватывал и не переманил его на свою сторону. Вот я к чему говорю. А он сейчас похитит. Он похитил, ребята. Но у нас есть вот такой вот боец. Давай вызовем еще быстренького шустренького. Чтобы если пришелец появлялся, он забирал именно вот этого. Понимаешь, да? Логику. Терракоша должен быть у нас, при нас. А этих мне не жалко. Этого пускай забирает самурай. Он все равно нытик. Самурай у нас нытик. Вот так вот. Да, жалко, конечно, не успеваю. Давай, давай, лети обратно. Хотел уже было похитить, а? Смотри. Жучара какой. Успели освободить. Ну, тут уже и замок мы победили. Так, отлично. Начало неплохое. Но это только начало. Так, мы двигаемся с тобой дальше. Оу-оу. Так, здесь воблер. Воблер для нас тоже, ребята, ерунда. Ну, что там, свои батаранги будут выпускать? Фигня это все. Я могу, в принципе, даже вызвать деда. Вот этого олдскульного бойца, который тут все размажет на своем пути. Да-да-да, лети-ка ты, восвояси, парень. Просто ничтожный пролет над гнездом кукушки. Ладно, вызываем с тобой самурая. И самурая этого, естественно, мы с тобой... ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а вот это я, наверное, зря сделал. Нам нужно было бы тыквоголового позвать, в принципе. В плане, а что он... какого лешего он... а, самурай, что ли, подбили? Я что-то просто не увидел этот момент, ребята. Не углядел, так скажем. Да что ты такой сильный-то, крепкий? Угу, угу. Впадает в истерику, как всегда. Давай-ка мы с тобой вызовем еще одного тыкоголового. Сделаем вот так. И вот так. Куда полетел он? Охламонище несчастный. Так, заморозка у нас летит. Ждем, ждем, ждем. И замораживаем. Я думаю, что, в принципе, в замку здесь сейчас крышка, ребята, будет. Тут уже ничего не поможет, ни пришельцы, ничего. И это круто. Когда вот так вот выходит все, это замечательно. Так, ну что, мы переходим с тобой на следующий поединок. И это у нас третья миссия. Здесь слизень, морпех. Слушай, я думаю, в принципе, ребята, ничего не должно быть такого страшного здесь.
Слизень морпех, да, наносит массовую атаку. Но это ничего страшного. У нас тут есть грифа, если что, может прикрыть. Так, ну что он будет делать? Где твой пришелец? Ты что не вызываешь-то? Не захотел. Ладно, это, ребята, у нас мясо идет пушечное. Угу, тут все меняется, ребята. Тут, блин, все меняется. Самурай, давай, выходи. Ну, естественно, естественно, его похищает. А почему корни не сработали? Я не пойму, почему корни сработали где-то позади? Потому что там пришелец еще не пролетел, блин. Здоровски. Так, давай-ка, грифа, выходи. Тут надо немножко тебе поработать. Правильно, правильно, давай этого воруй. Так, ураганчик. Секунду, секунду, секунду. Давай вызовем с тобой деда, а? Старого бойца нашего. Ну, что мы теряем? Ничего, абсолютно. Сейчас он тут выйдет, просто и начнет всех крушить налево и направо, да и все. Давай. Ох, дедушка пошел. Старый воин. Когда-то, видимо, был королем. У него корона на голове, видишь? Здоровая. Бумс. Ну все, тут, конечно, ребят, ничего им не поможет. Тут бесполезно что-то вообще сделать, когда вот так вот прижимают противника к замку. Так, ну что, у нас еще одна энергия здесь есть, поэтому двигаемся дальше. Может быть, взять другой отряд, вот этот, например. Ага, я вспомнил, вспомнил, друзья мои. Вот этот мы берем отряд, потому что здесь будет хитрый ход у них. Он сейчас будет вызывать... Так, смотри, мы, короче, делаем с собой вот так вот. Сейчас он вызовет и улитку, ползуна, да? И... этого... пришельца. Нет, разве не та тактика у него должна быть? Что, я ошибся, что ли, получается? Получается, друзья мои, я ошибся чуть-чуть. Не надо воровать мне паладина только. Так, хорош на них любоваться, двоих. Подтянем, так сказать, да? Ну, батаранги свои убрал. Хламонище. Так, опять. Да чтоб тебя, а. Я хочу просто позвать друидку. Я на нее, в принципе, и коплю. Я на нее, в принципе, и коплю. Так, ну что там? Вызываем ее. Стырил, а? Жук навозный. Окей. Да я думаю, здесь всадник на журавле один справится со всеми. О, еще и ускорение. Ну вот и все. Вот и кончилась сказочка. Давай прописываем, нормуль. Так, ну что, друзья мои, а мы дальше двигаемся с вами. Сколько там еще осталось у нас уровней-то? Последний. Угу. Может быть, этот отряд возьмем? А, тут уже босс будет. Слушай, давай имбу. Мы в тот раз с тобой не брали, поэтому надо взять ее. Тут все легко и просто. Мы с тобой вызываем в первую очередь нашего мага-воина. Потом, естественно, вызываем нашего старого деда, самурая. Усаги в человеческом... Нет, 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 нет. Эй! Ты что делаешь? Ты смотри, что он сделал, ребята. Да вызовись. Повреждения нанесли. Все, ребят, тут переигрываем. Тут уже не... Ну, даже если мы выиграем здесь. На ускорение, короче, играем. Офигеть, он просто взял и забрал мою вот эту вот воительницу. Да. Вот так вот мы слились. Никчемно. Да что за дела-то, я не могу понять. Что за это? За проблемы-то какие-то. Таких проблем не должно было быть вообще. Если честно.
Давай, 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 разносим, все. Ну что, продолжим. Блин, мы с тобой слили одну катку. Прикинь. А знаешь почему? Потому что вот этот отряд должен был быть. Вот именно этот. Никуда я не хочу идти. Погнали, продолжаем. Нам что нужно сделать? Уничтожить замок и не получить урон, да? Все, я понял. Погнали. Ну, где там ваши эти? Вон, летит, летит, летит. И тут, и тут. Вот дудки тебе. Не вышло, да, фокус-то? Хе-хе. Так, нам нужно здесь призвать как можно быстрее друидку, потому что, ну, без нее здесь будет плохо. А если еще сейчас лорд пустоты выйдет, то это будет вообще плохенько. Эй-эй-эй, давай, отлично. Так, всадничек подходит. Друидку сейчас вызову. Вот. Блин, морпех этот. Оу. Уже призвали, ребята, босса. Тотем похитил, придурок. Правильно, похищать тотема, так и надо. Бери тотема, мне не жалко. Заморозка. Опа, а босса можно заморозить, оказывается, да? Ну что ж, тогда ему не повезло, ребята. Раз можно его заморозить. Ну и все. Все, 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 доигрался ты, парень. На скрипке. Красные тотемы наносят урон, причем довольно серьезный урон. Он даже ничего не может сделать. Вот и все, ребят. Сейчас запинаем мы ему сферу. И будет у нас пройден уровень. Идеально, на три, как говорится, звездочки, да? А не какие-то там две, которые мне подсовывают вечно. Так, ну что, мы с тобой забираем награду. Кто нам тут выпадет? Это все у меня есть. И у нас территория нежити. Так, у нас тут энергия закончилась, я смотрю. Здесь есть. Вот как раз-то и возьмем. Тут, смотри-ка, банши и голем, да? Банши и голем. Значит, у нас против них пойдет кто? Надо бояться здесь банши. У нее довольно серьезный крик. Она бомбит далеко. Ё-моё, вот, ребят, по-моему, мы попали. Вот именно про это я говорил. Сейчас крикнет. Нет, не достает. Я уже думал, сейчас достанет по моей базе. Но, слава богу, как видишь, не достала. И это хорошо. Это прям чудесно, я тебе скажу. Так, ну тогда все. Хе, тогда пиши пропало. Давай еще вызовем с тобой Таракошу. Нет, Таракоша очень сильный. Плюс вот это вот окаменение его спасает как никогда. Так, ну что здесь? О, карточка банши. Я, правда, не помню, у нас банши, по-моему, не прокачана на 5 звезд. Поэтому карточка эта нам пригодится. А, грифа. Блин, я уже сколько играю, ребят, никак не могу у грифона прокачать на 5 звезд. А играю я уже, поверь мне, долго в эту игру. Так, ну что, идем. Идем с тобой на второй эпизоде. О-тё-тё-тё-тё. Серьезная заявочка здесь, друзья мои. Очень серьезная заявочка, потому что здесь прыгун. А у меня против прыгуна вот эта команда обычно выступала. Прикинь. И вот как мне теперь здесь быть? Блин, я даже не знаю, ребята. Этим отрядом, ну тут, я не знаю, я еще не пробовал этим отрядом, мне кажется, это бесполезно. Потому что прыгун. Ну, если я подожду, прикроюсь, например, да? Например, я прикроюсь, если смогу. В чем я не очень уверен. Так, а зачем я так сделал, объясни мне. Вот сейчас банша, по-моему, достанет до нас, до нашей базы. Нет, слава богу. Блин, ну вот сейчас, если прыгун выйдет, это будет плохо. Поэтому надо ждать. Угу. Он вышел, но, слава богу, без истерики он вышел.
А так бы он распетрушил, конечно, бы мне этого жабаненка с молотом. Но опять же радоваться пока рано, потому что он может опять выйти в любую секунду. Вот он и вышел. Вот он и вышел, но мы успели, успели замок разбомбить, блин. Золотая лихорадка, действительно, золотая лихорадка. Фух. Так, дай-ка заберу здесь гемы мои. Так, ну что, мы продолжаем нашу эпопею. Так, здесь когтистый банши, но здесь нет прыгуна. И хорошо. Это хорошо, что нет прыгуна, потому что мы с тобой здесь, ну, пройдем. Когтистый, да, я не спорю, он вредный, но у меня есть ниндзя. А ниндзя довольно хорошо бьет этих когтистых. Правда, они умирают быстро от его головы. Он бросает свою голову, если кто не знает, при смерти. И она действует как взрывчатка. Блин, вот это он хорошо придумал. Вот это он сейчас хорошо придумал. Прикрылся, значит, големом. Так, ну-ка. Отлично. Тут хорошо все пошло. Без лишних приключений, я тебе скажу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не подставляйтесь под голову. Вот, вот, ребята, только что был пример. Голова эта летящая летела и ударила по ниндзе. Ниндзя, естественно, погибла. А ну-ка. Что там опять? Кто там глушит моих ребят? Я не могу понять. Все. Там уже не имеет значения, кто там глушит. Главное, что мы с тобой здесь прошли. Идем на следующий бой. Как раз эти две энергии мы сюда и сольем. Ага, тут опять прыгун появляется. Я уже не буду здесь рисковать. Возьмем с тобой вот этот отряд. Чтобы, ну, разобраться с ними. С этими прыгунами и со всей остальной нечистью. Я жду. Он тоже ждет. Вот он. Я так и думал, что это будет, ребята. Я так и думал. Ждем прыжок. Вызываем. Видишь, тут истерика. Я его специально здесь поджидал. Теперь мы вызовем с тобой прыгуна. Угу. Все хорошо, все нормуль. Выпускаем с тобой лучи. Самурай бежит, хоба. Все. Лучше и быть не могло. Быстро, как говорится, и безболезненно. Сразу же идем на последний бой. Кто у нас тут босс? Дедулечка, да? Прыгуна здесь нет. То есть мы можем спокойно взять вот этот отряд. Но я не советую брать против деда богиню солнца. Я, наверное, возьму вот этот отряд. Да. Скорее всего, этот. Как говорится, олдскульный дед против нашего жнеца. Кто кого? Вопрос интересный, кто кого. Я знаю, что если дед звезданет по нему, он оглушит его. Конечно же, оглушит. Угу, угу, вышли. Нам нужно будет с тобой вызывать баллисту. Баллиста здесь сейчас надает такого шороху им. Она этих банш, всех этих вот просто на изи будет разбирать. А тем более, если еще вот так вот сделать. Квест завершен, я легенда. Это уж точно. И еще какая легенда. Так, надо вызывать нам жнеца. Жнец пошел. Тихо, 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 тихо. Куда ты разогнался-то, парень? Фига себе. Подожди, а как он погиб-то? Подожди, я не врубился. А как у меня погиб-то этот? Ну-ка. Упс. И все, ребята. И... Дедушку олдскульного в клетку зажали. И все, ребята. А он ничего здесь сделать не сможет. Его никто не спасет. Он так и погибнет. Ну, точнее, мы, наверное, замок быстрее уничтожим. Вот это, конечно, клетка хороша, ребята. Что она может любого схватить. Не имеет значения там. Босс, не босс. Мы его поймали, и все. Будет... Будь добр, отдуплиться. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Забираем здесь сундук. Сундук нежити. Ага, зомбики эти. Тоже не могу прокачать, хотя уже давно, ребята, их качаю, и все не получается.
А у нас еще с тобой... О, еще две территории. Так, пошли, короче, у нас нефритушки, да? Нефритовая долина. Так, ну, в принципе, блин, против Ронина. Кто у нас против Ронина может выстоять? Вот, в принципе, ползун. Конечно же, что я забываю, что ползун против Ронина — это вообще имба. Так, я выжидаю. На тебе. Хыкает он мне там еще. Ой, надо энергию, ребята, конечно, энергию. Ну что, пойдет еще там тебе? Ой, а если вот так вот? Не понял я. Давай клетку. Твою ж налево, успел, еле-еле. Думал, сейчас отдуплимся. Окей. Так, 250 энергии накопили. Да иди ты. Хайкает он мне здесь. Всадник на журавле тоже вали. У меня баллиста здесь стоит, так что мне плевать на тебя, что там делаешь. Да-да-да, хай-хай. Хаю-хай, баю-бай. Нормуль, все, справились, отлично, ребят. Да, ползун здесь очень хорошо помогает против Ронина. Опачки, не понял. Да ладно, да неужели? Ну, наконец-то, наконец-то, друзья мои. Наш зомбик прокачивается до пятой звездочки, фуловой. Ну что, теперь с удовольствием я буду... Ух ты, как он выглядит-то. А теперь я его с удовольствием буду прокачивать до 100 уровня. И буду его брать. Знаешь, почему брать, ребят? Во-первых, у него есть офигенная фигня. Если он кусает моба и погибает, то есть вероятность, он его превратит в зомби. То есть он сам себя плодит. Блин, золота не хватило чуть-чуть. Но ничего страшного, ничего страшного. Главное не забыть его потом взять в какой-нибудь отряд, где у меня не хватает как раз быстрых дешевых юнитов. Именно там он будет топчик. Так, ну что, а мы с тобой двигаемся дальше. И здесь у нас... Да блин, то же самое, да, получается. Зловредные эти ронины. Плюс еще дракоши тут. О них тоже не стоит забывать. Об этих терракошах. Я жду. Ронин, я тебя жду. Что-то он не хочет его вызывать. Ладно. Ай. Ай-яй-яй. А тут, оказывается, и не Ронин, ребята, вовсе. Блин, горелый. Ну как так-то, а? Вот так вот, ребята, сфейлились мы. Я совсем про этого всадника на журавле забываю. Да что ты будешь делать, блин, а? Просто забываю и все. Так, ладно, сейчас попробуем здесь сделать все по-быренькому. Этот всадник на журавле, блин, да, конечно, когда он на ранней стадии выходит, ребята, его вообще тяжело проконтрить. Замок мы одолели, но меня-то не это интересовало. Меня интересовало выиграть его в чистую, а у нас получилось в грязную. Не надо. Этот отряд, значит, не совсем подходит, да, получается. Вот этот. Но опять же, ниндзя. Свои же налево. Ниндзя. Ну, не успеет, наверное, ниндзя у меня, блин, сразиться. Понимаешь, с всадником на журавле. Сейчас посмотрим, конечно, я ничего не буду утверждать на 100%. Но... Так еще, блин, отхил свой вшивый врубил. Ну... Да, блин, вы серьезно, что ли, а? Не знаю, каким-то чудом у нас тут сейчас с тобой выходит все непонятно что. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Не, друзья мои. Подожди. Подожди. Блин, это отряд очень дорогущий. Молнии, пошли. Что там происходит, я не могу понять. Что
Чуф-чуф-чуф, что-то там метает, летит куда-то. Давай второго ниндзя вызовем тогда. Заморозка. Ох, как хорошо сейчас Ронин-то попал под заморозку, ребята. Слушай, по-моему, благодаря вот этой комбинации, что мы сейчас с тобой сделали, каким-то чудом, я не знаю, мы смогли здесь, по-моему, выиграть даже. Сейчас должны разобрать их тут всех. Да-да-да, у нас так и получится. Все, друзья мои. Имба. Прям вот как-то вот удачно у нас получилось здесь. Я думал, что опять сфейлимся, но нет, выжили. На микронах. Так, ну что, у нас с тобой... О, 1000 лет не видел тигра. Ребят, 1000 лет его не видел. Ох, я даже не знаю, этим отрядом пытаться. Давай попробуем этим отрядом. Тут расстояние, по крайней мере, длинное у нас, да? Мы можем с тобой законтрить всадника на журавле в данный момент. Надо же, Рунин вышел. Да и спокойно вышел причем. Окей. Так, а мне нужен... Я, наверное, вызвал вначале Джиггернаута, а потом все-таки всадника на журавле. Ну? Ты, блин, издеваешься, да? Давай, робот. Так, подожди-ка, посмотрю. Вот такой вот. Оп. Прекрасно. Пускай этот тигр отдупляется там потихоньку. Куда ты там выручаешь своего хламона? Ты посмотри, что сделал, а? Тигр, ну, он отдупился, ребята, в этой клетке и вызвал. Знаешь, что он вызвал, да? Душу свою он выпустил, короче. Душа тигра. Давай вот так вот сделаем. Оп. В плане. Да какого ли? Что происходит, я не могу понять. Опять душа. Ты серьезно, блин? Или ты издеваешься надо мной сейчас? Не могу врубиться я. Ну, допустим. Допустим. Я говорю еще раз, допустим. Блин, у нас мало времени, ребят. Время идет против нас. Время здесь идет против нас. Блин, этот тигр, он бесит меня. Бесит то, что... Не дай бог сейчас опять душу выпустит. Там осталось-то немножко выстрелить. Е. Все, успели. Фух. Кандис, думал, сейчас как душу выпустит и умрет у меня эта баллиста. И все. Так, ну что же, получается последнее испытание. А, нет, предпоследнее. Что-то я опережаю события. Да ну! Вуджен, твою ж налево. Ладно. Тут придется брать имба-отряд. Тут, ребята, имба-отряд придется брать. А что я жду? Он же сейчас Ронина, наверное, выпустит. Нет, ошибочка вышла. Нифига не Ронин вышел. Хм. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот Джен. Да блин, он еще и в камень, блин. Ну как вовремя это все делает. На тебе. Гаденыш вуджиновский. Давай. Че-то без истерики-то. Надо было с истерикой. А кто тут босс, я что-то вот не помню. Сейчас увидим. Ну. Хайкает он мне здесь. На. А кто бы ни был, ребята, у нас есть ульта, мы ультой звезданем и все. Пс, даже не понадобилось. Хотя, подожди, какой босс-то? Это же не последний был этап. Последний будет сейчас. Верно? Ну да. Ох ты, бог ветра. Ну, с богом ветра лучше не шутить. Это мы уже все прекрасно знаем, поэтому... Надо держать ухи востро. Это повезло нам. Что Ронин-то у него вышел без истерики. Не психанул. Поэтому он сейчас отдуплится быстро. Так, а вот если мы своего. Тоже вышел тихонько, да? Оу, это плохо.
Да ну! Смотри-ка, его уронен круче моего, а? Так, тигр, вали-ка ты нафиг отсюда, а? Ну? Вот женщик, да? Пришел. Так. Началось, короче. Началось. Ветродуйство вот это вот. Поехали. Все, додулся. Дульщик тоже мне тут нашелся. Ну и все, хана тебе, парень. Да. Неплохо. Неплохо, что я тебе могу сказать. Великолепненько мы сыграли. Так, что у нас тут? Сундук нефритовой империи. Что нам выпадет? Ага, теперь нам нужен вот этот копейщик. Так, друзья мои, территория захватчиков. Это последняя территория в этом телепорте. Так, здесь, значит, бородавочник плюс... кого возьмем? Да, в принципе, можно и этот отряд взять. Здесь пойдет самурай первым, если что, да, на прикрытие. Надо только успеть его позвать, чтобы его... Ползун... Есть контакт. Успели мы, успели, ребята. Так, кто там? Бородавочник потом, да? Еще у него здесь будет. Ну, тут уже немножко попроще, потому что мы с тобой вот этого вот паренька вызовем. А он уж в обиду-то не даст себя. Понятное дело, да? Хотя... Тут еще, ребята, бабуля надвое сказала. Так, ты не подставляйся. Тыква голову, бежит, блин, сломя голову. Бородавщик не успел ничего даже сделать. Окей. Да хорош. Да, вот это называется имбовая команда, ребята. Тут уже все. Противник обезврежен, так скажем. Еще вот эти вот корни выпустим с тобой. Ну и просто спокойненько себе запинываем базу ему, да? Горячими тыквенными головами. Пока. Окей. Ну что, мы двигаемся дальше. А дальше у нас что? У нас, кстати, сегодня еще ежедневное испытание будет. На друидочку. Надо будет, кстати, глянуть, кто там, что там и почем. Так, здесь, значит, ну, в принципе, то же самое. Давай, наверное, так сделаем. Тут уже пойдет у нас с тобой в первом голем. Побежит. А уже все остальное потом. Голем пошел. Потом, наверное, ниндзю лучше всего вызвать. Я считаю. Так, хотя нет. Или да. Лучше да, наверное, да? Чем нет. Ага. Вот это не есть хорошо. Вот это не есть хорошо. Так, жаба с молотом. Идет. Ну-ка нафиг. Что, не получилось, что ли, да, у нас? Ай-яй-яй. Подставилась. Ниндзя просто подставилась. Ну, как меня бесит, а, этот бородавочник своими прыжками, блин. Дебильными этими. Он прыгает там, наяривает. Трясогузку. Что у нас там по времени, ребят? Минута 24 секунды, да, получается. Опять он начинает выплясывать. Ну все, тут уже победа за нами. Тут две ниндзи. Все. Расписали, как по нотам. Фух. Так, двигаемся с тобой дальше. Это какой у нас был? Второй поединок? Сейчас будет третий. Ну тут воблер. Какую-то команду другую, наверное, взять нам лучше здесь. Наверное, вот эту вот. Нет, 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 не эту. Вот эту, скорее всего. Ползун против ползуна, если что, будет вызываться, да? Скорее всего, так. Потом баллиста нам здесь понадобится, это понятное дело. Тишина какая-то, никто никого не вызывает. В чем проблема, а? Угу.
Понятно, в чем проблема. Естественно, надо баллисту вызывать. Естественно, тут без нее ну никак. Тут без нее ну никак, ребят. Только баллиста, вот не надо подставляться. Не надо, говорю, подставляться. Ты сейчас пойдешь. Опа, отлично, успел. Ну все, тогда мы уже с тобой прикрыты. Как говорится, и с воздуха, и с земли. Все у нас под контролем. Давай, давай, давай. Баллиста будет шинковать. Здесь еще один, видишь, стоит. Джаггер, правда, немножко подбитый, но ничего страшного. А тут уже все, ребят, победа. Ну, баллиста, стреляй. Вот так вот. Прекрасно. Идем дальше. Четвертая, ребята, миссия. Так, здесь у нас, да, в принципе, то же самое, что и было. Никакой разницы. Возьмем, наверное, мы с тобой... Нет, это имба. Вот это да, отряд. Тут единственное, что не знаю, как мы ползуна будем контрить. Паладин, в принципе, может выдержать. Да и щитобот тоже далеко не слабачок. Он выдержит атаку. Причем на изи. Вот здесь уже немножко похуже. А здесь нам придется, наверное, позвать все-таки всадника на журавле. Естественно, опять же, прикрывать все это дело надо. Ну и друидку, в конце концов, призовем, да и все. И будет все хорошо. Так, куда ты разогнался, а? Бородавчик. А, он испугался, он развернулся, обратно стал, да? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, хорош, хорош парень. Заморозочка. Там уже друидка идет, все, ребят. Тут уже в любом случае победа за нами, потому что мы и отхиливаться будем, и ускоряться будем. Ах ты, зараза, ты смотри, что делает. Ну-ка. Пробил, прикинь, всадник на журавле пробил этого жабу с пушкой. Один на один справился с ним. Красава. Вообще нормуль. Слушай, ну неожиданно прям для меня как-то аж. Хотя что неожиданно, друидка если вышла, все, ребят, тут уже. Тут уже ничего не поможет противнику, просто ничего. Раньше она была такая слабенькая, сейчас уже, когда за нее и научились играть, и она тем более и окрепла у нас. Только шорох всех разрывает. Ну что, у нас последний эпизод здесь. Да ладно, только вот этот отряд, что ли? А, подожди, имба отряд у меня есть, да. Вот им и будем играть. Поехали. У нас здесь чувак, который берет волю, да? В кулачок, так скажем. Под контрольку берет наших юнитов. Ну, мы не позволим ему делать. Я не буду специально, наверное, тратить нашу суператаку. На-ка. Вот когда вдвоем идут, и если он вызывает улитку свою, эту паршивую, то это плохо, ребят. Угу, через отражение подбили. О, Ронин зашуршал тапками. Ну тут даже и говорить не о чем, ребят. Тут даже говорить не о чем вообще. Смотри, что происходит. Все. Даже босса не увидели. А я думал, он выйдет. Нет. Он испугался. Так, а что у нас в магазине? В магазине у нас вообще что-то пусто все. Так, ну что, забираем награду нашу. Получается так. И тут у нас все это у меня есть. Ох ты. О, прекрасно, ребята, очень прекрасно. И в следующем портале нас поджидает робот. Завод роботов. Так, долина нежити. Долина подданных. Опять же роботы. И территория нежити. Так, повторяется у нас роботы здесь, да? Ну-ка, у нас есть, по-моему, энергия где-то? Есть. Но тут толкатель. Так, подожди-ка, у нас... Во! Потянем, как думаешь? Проверим. Почему бы не проверить? Территория, конечно, маленькая здесь, блин.
Маленькая территория, да? Так, погнали. И, естественно, надо ниндзю вызывать здесь на прикрытие. Потому что этот сейчас ханурик начнет тут толкуны свои делать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ать. Ну, это и понятно, ребята. Против бомбера тут ниндзя — это, конечно, вообще ни о чем. Ну-ка. Давай выпустим молнии. О, мы его еще и оглушили. Тогда крышка. Тогда, ребята, мы здесь выиграем. Окей. Неплохо, я тебе скажу. Очень даже неплохо. Так, и мы двигаемся дальше. А тут у нас, ну, это понятно. Это все по стандарту идет. Все идет по стандарту. Так, ну-ка. Тут только один отряд, вот этот. Ну, этим отрядом вообще просто он, знаешь, насмехаясь пройдет этот уровень. Тут даже говорить не о чем. Выпускаем... Кого? Ронина, наверное? Нет. Не Ронина, ребята. Выпускаем нашего мага-воина. Он тут начнет тут шуршать. А-а-а, оглушили даже. На тебе. Четверть замка сразу, как будто не бывало здесь. Все, ну тут, ребят, тут даже говорить не о чем. Ронин со своей мега-атакой. Плюс еще прикрыт воином-магом. Шансов у них просто не было. Ну, а нам-то главное, что отыграть всю энергию, да, и пройти, как говорится, подальше. Ну, все, энергия закончилась, ребята. Ежедневные испытания. Давай посмотрим. Собери свой отряд. Нифига себе, собери свой отряд. Берем сферу. Так, берем друидку. Слушай, погоди, я не понял, а... Что-то не клеится. Собери свой отряд. Ну? Вы вот сейчас серьезно? Это вот таким вот отрядом я должен идти? Да ну бред. Что это за... Что это за уровень, ребят? А как я тут смогу пройти? Он сейчас будет на меня отправлять своих юнитов, да? А у меня только лишь друидка доступна. У меня ульты нету. Как я что-то не могу понять даже. Вот если честно, я просто не могу врубиться, как я здесь должен проходить. Ну, предположим, я вызову друидку. Она сама атаковать не может, она только за счет рун. Мы это все прекрасно знаем. Раз. Да ну, мне кажется, это нереально, ребят. Ну что, ну, это за бред? Тут еще маг. Ну давай я так сделаю, к примеру. Как я тут должен пройти? Я не понимаю. Ну, я врубаю еще, например, да? Он вызвал свою друидку. Прикинь? То есть мне, может быть, надо две друидки позвать? Или как тут делать? Я, конечно, попытаюсь как-то... Не знаю, он меня продавит, ребята. У него там отхил и все. И он еще отражение врубает. Ко всему прочему. Сейчас у меня появится вторая друидка. Время идет. Я применяю. И... Две друидки против... Одной. Как это все выглядит? Что это за режим такой? Я вообще, ребят, такого режима не помню, если честно. 60 секунд, да я тут не смогу пройти. Это бред, это полный бред. Это что за задание такое? Одними друидками драться. Не пойму я. У него так лично армия, а у меня нету. Как по мне, это несправедливое испытание, ребята. Тут надо ускоряться. Тут смысл время терять, я не вижу, ребят.
Ну, красный луч. Он тоже вызвал себе друидку одну. Не. Это чушь. Полная причем. Что это за задание? Обычно раньше всегда давали тебе юниты. Хоть какие-нибудь. А тут вообще никого. Как хочешь, так и играй. Ну и что за загрузка? Короче, не знаю. Ладно, ребятушки, будем тогда закругляться с вами. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.